Я вас приветствую, дорогие зрители. С вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Сегодня 13 января. Хочу показать цены на субботнем рынке в районе Махмутлар. Если кого-то интересуют денежные переводы, это как «Золотая корона», «Риа Мане Трансфер» и другие переводы по всему миру. Также мы принимаем рубли на наши карты Тинькофф Сбер, и по курсу того дня моментально выдаем лиры, доллары, евро. Также мы делаем криптообмен USDT на другие коины, какие хотите. Короче, обращайтесь, поможем, чем сможем. Есть у нас телеграм-канал, называется Alanya снизу черточка валюта. Можете там посмотреть курсы сегодняшнего дня. Итак, иду я к субботнему рынку. Офис находится у нас около башни часов Махмутлара, напротив магазина Beko, Топчу Концерт. Хочу посмотреть цены на базаре в этом году. На рынок не ходил, в основном покупаю в фруктовочных магазинах. Вот как раз вместе с вами увидим, какие цены на сегодняшний день. Минимальная зарплата стала 17 000 2 лиры. И налоги тоже поднялись. Отдельно ролик сниму про налоги. Так, паузу. Начнем. Мандарины 20 лир. Трабзон хурма, это королек. 50 лет. Клубника 80 лир. Нормально. Клубники стоили 200 лир. 80 лир. Цены упали на клубнику. Месяц назад даже я за 200 покупал. Виноград 100 лир. Граната 30 лир. Нормально. Нормально. Такой виноград 30 пакет стоит лир. Орехи глянем. Орехи. Сухофрукты. Ну да, цены поменялись. Видите, да, было 300, 400 лир, 500 лир стало. Орехи было 350, 450. Ну, смотрите там. Раньше минимальная зарплата была где-то 11 400. А сейчас 17 000 лир. Но цены, я думаю, что поднимутся в феврале уже, когда люди получат первую зарплату этого месяца. Так, смотрели сухофрукты. Цены увидели. Апельсины глянем. Апельсины килограмм 15 лир. Здесь вот таких более сладкие. Гранаты 35 лир, айва стоит 25 лир. За 25 лир даже граната есть, даже 20. Выжимать там сок, свежевыжатый сок. Можете купить такой. Бананы 30 лир. Помидоры 20 есть. Есть за 40, это чили. Орехи пахнут. Вот это, вот эти самые вкусные. А, коксай, наверное. Самый вкусный. Так, да. Кабак 30 лир. Перец 50. Болгарский 40. 40. Огурцы 25 лир. Морковь 20 лир. Капуста одна стоит 15 лир. Красная, розовая, там фиолетовая или фиолетовая капуста стоит 25 лир. Брокколи 20 лир одна. Пассифлора 200. 61. Ну, вот. Брокколи 30 лир одна. Но она большая. Морковь 15 лир. Картошки 20 лир. Лук минимум 12, но еще по вечерам можете еще дешевле найти.
кишмиш, анте, изюм, виноград сушеный 200 лир, лукумы, простые лукумы 100 лир, килограмм. Вот орехи, видите, 400, там было 450, и там дороже. Ну, нужно поискать, можно еще дешевле найти. Я вам плюс-минус цены показываю. Грейпфрут 20 лир. Имбирь 300 лир килограмм. Яблоки 50 лир. Что-то у него дорого. Груши 50 лир. Вот здесь также можно купить. И они выжимают свежевыжатый сок. Можете выпить, прямо приходя на базар. Сезон граната. Зелень начинается от 10 лир и выше. Редиска 20 лир. Вот 80 лир клубника. Это мы уже сезон брокколи, что ли? Авокадо одна штука 10 лир. Здесь мандарин за 15 лир есть. 25 лир. Так. Чеснок 35 лир. Вот этот продается. Киви 35 лир нормально. 45 лир, груша вот 30 лир, яблоко 30 лир, там было 50, ну, наверное, сок был другой. 30, даже за 18 лир яблоки есть. 10 лир тоже я увидел, вы тоже увидели. Так, еще что там есть? 100 лир виноград, ну, уже сейчас сезон прошел у винограда. Клубника меня порадовала. Надо закупиться. 20-25 лир. Фасоль 50 лир. Баклажан 20 лир. Итак, дорогие зеброди, я вам показал цены на фрукты и овощи. Сейчас покажу цены на мясо. Еще ананасы покажу цены. Там ананас. Ананас там не качество? 100 лир стоит один ананас. Клубнику нашел даже за 30 лир, дорогие зрители. Но не знаю, на вкус как. Есть за 80 лир, есть за 30. 2 кило 50 лир. Так, здесь что у нас? Тоже папайя 50 лир. Что там? Нормально все. Клубника. Клубника 70 лир. Тот вкуснее, тот 80 лир. Да. Даже за 90 есть. Лук большой, 20 лир. У них картошки 25, мелкие 20. Ну, все, показал. Оливки глянем. 180 лир, 160 лир. Так. 180 лир. Сыр. Минимальные цены. Тулумы 140 лир, 180 лир. Есть. 280 лир стоит эзине. Чанаккале. Козий сыр стоит 220 лир, как мне сказали. Сливочное масло сколько у вас? Трабзон Корея и Кюрсексен Мерекен. 280 лир сливочное масло. Фарш 400 лир в Касабе, мясник, магазин прямо находится, мясник, около входа на субботний рынок. Антрикот 530 лир, бифштекс 500, 350 лир тона, кофте, вот эта котлета 400 лир. Домашняя курица сколько? Таук. Таук.
Тавук 160, хороз 220. Петух стоит 220 лир, домашняя курица стоит 160 лир. Петух дороже. Так, я пришел в магазин, сеть магазинов Мигрос. Здесь фарш стоит 324 лир, там было 400 лир. Где-то здесь мясо дешевле, где-то подороже, чем у мясников. Вот здесь подешевле, руло. Ножка 359, скидки есть в магазине, видите, да, скидки? Так, кердан, хвост, кажется, да, это хвост говядины. Дана будке баблык для шашлыка, ляшка 449, на 50 лир скидка. Вот это мясо, вот это цена снизу, чтобы понимали. По названиям переводить мне сейчас сложно это будет. Контрфиле. Так, давай вот так я сделаю. Так более видно. Бонфиле 651 лир. Эту штуку забифштекс 518 лир. Вот антрикот, вот эти ребрышки, то есть 608 лир. Это баранина, 555 лир ножка. Нет, вот это кузу инджик ножка, 404 лир. Здесь еще продается язычок, 400 лир язык стоит. Также рыбу покажу, цены на рыбы, хорошие скидки бывают, или в Мигросе, или в Карифусе. 160 лир, леврек, сибас, как там, чипура дорада, 270 лир, норвежский лосось. 600 лир. Хамси, вот рыбка, 160 лир. Там мелкая вот эта килька. Кальмар. И сазан. 120 лир. Турецкий самон. Турецкий лосось 219 лир. Вот это. Там внутри еще можно найти икру. А это у нас форель, 150 лир. Субинер, кальман, да. Креветки большие, 500 лир. Все. Дорогие зрители, ставим лайк, подписываемся на наш канал, пишем комментарии. Можете также посмотреть старый ролик, который был снят в декабре 2023 года, и сравнить цены. Курсы валют вы можете посмотреть на сайтах, какой курс на сегодняшний день. Лира почти 30, 1 доллар 30 лир, 100 долларов значит 3000 лир, и определить, как там соотношение цен. Это с вами был Агасий, Солнечный Лайнер, район Махмутлар. Всем пока-пока.